все, которые сегодня присутствуют. Большое спасибо всем, все, которые были сегодня на похоронах. Я хочу принести свои соболезнования. Это мне родной семье, с которой я на протяжении 35 лет мы находимся бок о бок вместе. Мы с этими людьми и жили вместе почти на одной улице. И когда приехали сюда, мы тоже бок о бок всегда были вместе. Это очень тяжелый утрата, что ушел от нас в нашей жизни такой, я могу сказать, великий человек. Давид Ильич был для нашей семьи, когда мы еще не были с этой семьей, когда я не был еще женатым, он был со своей супругой другом нашей семьи. Потому что, вы знаете, да, Юсупов Юрий Спадаряев, это мой папа. И они были друзья на протяжении многих-многих лет. И с тех пор, когда не стало моего отца, практически моим отцом стал Давид Ильич Мурзаев. Я очень много был тесно связан с этим человеком. Мы очень много с ним разговаривали. И я вам скажу, вот говорят, святой человек, так это был он. Во-первых, подтверждение тому, что он умер в субботу. А те люди, которые умирают в субботу, они являются святыми. И с другой стороны, этот человек, который не дал практически никакой трудности никому из нас. Всего лишь навсего один месяц или полтора месяца началось его болезнь. Мучения практически у него не было. И он старался себя вести так, что ему, чтобы не обременять окружающих. На все он говорил, да, спасибо, хорошо. Папа, как вы себя чувствуете? Я себя чувствую хорошо. Не переживайте, где болит, нигде не болит. И когда нам пришла эта грустная весть о том, что мой Амад Давид Ильич Мурзаев покинул этот мир, ну, просто нас немножко ошарашило, потому что, с одной стороны, мы ждали этого, потому что все человек болеет, мы знаем, какая была у него болезнь, но мы не хотели просто чисто расставаться с ним. Этот человек будет у нас в памяти всегда. Он, если ушел от нас телом, то в душе он всегда будет с нами. Пусть земля не будет.